сволочи. Сволочи такие. Чем я занимаюсь тут? Женщина, а? Ты спрашивал, кто тут есть хозяин? Да. Хозяин только сейчас прошел. Спасибо, Ахмед, спасибо. Где этот гад? Ах ты здесь, да, дрянь? Ты негодяй! Ты подлый, низкий человек! Ты ответишь мне за обман! Это... Чего тебе, слушай? Ты еще спрашиваешь? Вы меня обманули! Вы меня, доверчивую русскую девчонку, привезли вот в эту вашу Турцию! Что вы мне обещали? Вы мне обещали, что я буду работать в ресторане посудомойкой, да? Это что такое, слушай, это... Ты не понимаешь, ты... Подлый, грязный извращенец! Ты обманул меня! Это, кто тебе обманул? Ты типа не в курсе, да? Ух ты, турецкая морда! Я здесь вот уже третий день работаю в этом ресторане. И ты знаешь кем? Действительно, посудомойкой! Посуду мою! А где это ваше разрекламированное сексуальное рабство? Где это хваленная садомаза? Где эти грязные волосатые мужики? Где они все, скотина? Ну где же они? А? Паспорт у меня хотя бы отбери, иначе я не знаю, что я с тобой сделаю. Ой! Получил, урод? Думал, со мной проканает, да? Что ты теперь скажешь? Женщина, тебе есть это. Опять обманули. Я тут не хозяин. Я сюда, это, покушать пришел, слушай.